развитием цифровых технологий и интернета перед представителями многих профессий открылись новые возможности. Выигрыши оказались и фотографы. Интернет облегчил общение и, самое главное, свел к нулю траты на публикацию фотографий. Тем не менее, они продолжают считать, что напечатанная на бумаге фотография не потеряла актуальность. Именно поэтому кураторы интернет-ресурса photopodium.com решили организовывать реальные выставки в разных странах мира. На этот раз работы участников ресурса приехали в Армению. 15 января в Ереване открылась международная фотовыставка «Окно в мир». В здании фонда «Центр Такеян» выставлены работы 41 фотографа из Армении, Австралии, Германии, Грузии, Нидерландов, России, США и Украины. Выставка проходит при поддержке представительства Россотрудничества в Армении. Кураторами выставки являются администратор сайта photopodium.com, член Творческого союза художников России Виктор Данилов и администратор сайта фотограф Армен Янгоян. Очень хотелось именно представить авторов фотоподиума. Это авторы, которые разбросаны по всему свету. Тех авторов, которые никогда раньше не были в Армении, не были представлены в Армении, как-то представить их. То есть вот сама цель – это их индивидуальным подходом каждый к фотографии. Поэтому мы выбрали «Окно в мир», которое, в принципе, двоякое имеет значение. Это наши соотечественники из СССР бывшего, которые разъехались большей частью по всему миру. И вот это «Окно в мир» – это их видение того мира, где живут. Как-то вот хотелось, чтобы и эти авторы, очень хорошие, были представлены в Армении. Здесь можно увидеть Ереван, Санкт-Петербург, Зальцбург, Париж и Нью-Йорк, подводный мир и пустыню, портрет и пейзаж, коллаж и метафору. Фотографии отражают среду, в которой живут теперь авторы, быт и культуру их стран. Не все из участников выставки являются профессиональными фотографами. Есть некоторые любители, которых назвать любителями просто как-то неудобно. Ну, любитель, в принципе, наверное, хороший профессионал, он не есть любитель, он любит свое дело. Например, вот Милицкий Сергей, которого все знают, наверное, больше как профессионального фотохудожника, это не его основная профессия. Он говорит, я по профессии не фотограф, просто я люблю, и по жизни идет у меня вот эта вот фотография. У нас есть вот наш соотечественник Сергей Гаспарян, который вообще, это доцент медицинских наук, он нейрохирург, который снимает, который фотографирует, любит, снимает талантливо, печатается в журналах. Виктор Данилов, самый его очень интересно, он музыкант, 25 лет он был, работал в симфоническом оркестре Тбилиси. Ну вот, любовь к фотографии есть настолько, что вот человек сегодня, он как бы подвижник даже фотографии. «Окно в мир» будет открыто в течение месяца. Организаторы надеются показать ее также во втором по величине городе страны – Гюмри. Мария Овсепян, Давид Аветисян, Седа Григорян, Тивильнет.